Доброе утро, хорошего дня всем, прекрасного вечера. Ой, у нас, в общем, сегодня 4 января. Мне сейчас идти на работу. Мне записались на маникюр. Сейчас покажу, что за окном. А за окном у нас 0+1, где-то так. Идет дождь. Сидят мои друзья-воробьи. Я их сейчас на крышу им кину еду. Всегда кормлю. Видите, идет дождик. Вчера вечером был снег, сегодня дождик. Скользко. В общем, не знаю, как пойду, но как-нибудь пойду. Так, он хлебушком крошу. И на крышу вот сюда вот кидаю. Вот, видите? Они сейчас уже... Сейчас просто кинула, улетели. Закрою окно и будут трапезничать мои друзья-воробьи. Ладно, закрываю окно. А я помыла свою голову, волосы. Смотрите, как они блестят. Мне там писали в комментариях, Светлан, что вы используете для роста волос, чтобы лучше росли. И написали, что ресницы у вас быстро отросли. Но просто я не каждый день же видео выпускаю. Есть у меня, конечно, средства, которые вспомогательные для ресниц. Я использовала, я вам покажу. И для волос. Все вам покажу. Покажу, какие средства для роста волос, стимуляции роста волос. А это не просто там, вот обязательно после химии, да? Кто хочет отрастить длинные волосы себе, это просто два замечательных средства, просто потрясающих. Два средства. А пришла в ванную, чтобы не быть голословной, как говорится, да? Вот шампуньки и кондиционер, эти два вот средства, которые я очищаю волосы. Смотрите, я уже помыла где-то раз пять волосы, если их можно так назвать, что волосы, да? Ну вот, знаете, у меня знакомая неделю назад меня видела, пришла, потом говорит, Свет, говорит, у тебя прям заметно отросли. Так что вот. Шампунька, хочу сказать, очень такая нежная. Она имеет уникальную формулу, запатентованную. Здесь немецкий ученый разрабатывает серию по косметологии, по уходу за волосами, да. В чем он раньше? Он прозрачный, это одно, да. Во-вторых, он не пахнет, он вообще как травками. Ты моешь волосы, как в раю прямо, знаете, как в сене. Хорошо проникает сразу же в структуру волос, хорошо пенится. И что мне важно, он быстро смывается. Быстро образует густую пену, но быстро смывается. Способствует росту, укреплению волос. Кто хочет, допустим, быстро отрастить длинные волосы себе, я отзывы читала о нем. Вот прям вот он прям хорошо способствует этому. И кондиционер, я уже неоднократно маленький показывала. Кондиционер вообще надо вот чуть-чуть. Вот. А вот кондиционер, он бальзам для волос, учитывая, что там, а там капельку. Видите, вообще почти не ушло. Вообще ничего не ушло. Да что там вот немножко нажимаешь, и все. А волосы становятся очень мягкими, послушными. Так как у меня вот они сейчас отрастают, они такие какие-то жестковатые, какие-то не странновато, лишь бы они как у афроамериканцев не было. Боюсь этого. Она этого не путает. Чем? Значит, заявляет производитель о том, что не спутывает волосы при расчесне как мокрых, так и сухих. Не дает никакого лишнего запаха. Тоже здесь запатентованная формула питания волос. Здесь вытяжки из кукурузы и кокосового масла. В шампуне, вот про шампунь так написано. Ну и в кондиционере, наверное, тоже я так думаю. Я, знаете, тут же везде, в каждой коробочке своя инструкция. Я особо их не изучала. Я сначала пробую, а потом смотрю, в инструкции соответствует, не соответствует. Да, соответствует. И знаете, вот очень хорошо для у кого чувствительная кожа. Очень хорошо. Помню,
после первой химии пошло раздражение, аллергия какая-то. Но жалко, я жалею, что я тогда не покупала эту шампунь. Наверняка бы успокаивалась всех, потому что средств исходит экстракт алоэ вера же, да, и он обладает успокаивающим, противовоспалительным действием. Ну, в общем, мне вот эти два средства очень понравились, присмотритесь к ним. А как его купить, все ссылки под видео у него будут. Кроме того, я наносила масло органовое на волосы. Ну, пару раз в неделю точно. Это я еще из Туниса привозила. У меня вот, видите, вот сколько осталось. Шикарно тоже для волос. И способствует росту, и хорошо увлажняет, питает. Не только для волос, для тела, для всего, для ресниц. А кроме того, что у меня тушь есть, тоже покажу, да, для роста ресниц способствующая. И вот касторовое масло. Я, ну, не каждый вечер, не перед сном, не перед каждым сном наносила, ну, пару, тройку в неделю наносила для роста ресниц касторовое обычное банальное копеечное масло. И тушь. Сейчас я ее принесла. Экстравагантный взгляд. Мне она очень нравится. Сейчас так вот ее вытащу. Одной рукой неудобно. Я тоже уже делала же обзоры на нее. Один взмах, и реснички прям ваши, знаете, как наклеили их все. Но загущаются. И она еще стимулирует рост ресниц, укрепление ресниц. То есть все это в состав сюда входит. Я уже не помню, какой состав. Его нужно читать на сайт, зайти, потому что здесь инструкция не поместилась, видимо, они сюда ее не положили. Но здесь, кстати, можно перевести, но фокус сейчас не наводится. Нифига. В общем, ну, то, что вот результат я увидела вот в этой. Слушай, вот эти простые средства, ничего больше специально не покупала. Обычный шампунь, как бы необычный, алоэ вера, туши для стимулирования роста ресниц, там она мне без парабенов, без всяких солей и металлов, нету никаких вот здесь, знаете, вот консервантов, потому что это по новым законодательствам, по новым актуальным сертификации, новой актуальной Евросоюза, это не соответствует. Натуральное, все хорошее. Мне нравится эта серия, я просто от нее балдею. Я говорю, вот этот алоэ вера барбадентис, который, да, она способствует здоровому росту волос, улучшает их структуру, придает объем, шелковистый блеск. Ну, я не знаю, какой объем тут у меня пока. Они сами так дыбом встают, потому что отрастают, девчонки. Так что хорошо восстанавливает поврежденные волосы, увлажняет и питает прям до кончиков волос. Потому что я читала отзывы, я уже сейчас как бы не от себя говорю, я отзывы читала, не пересушивает кончики волос. У кого проблема, да? Кончики волос сухие, тоже вот эта серия очень хорошо подойдет. А у кого кончики сухие, они способны отламываться, правильно? Поэтому очень сложно отрастить. И вот эта шампунь, она способствует росту волос здоровому, так как кончики полностью волосы питаются и хорошо сохраняют. Да, забыл вам похвалиться. У меня уже такая расчесочка лежит. Я уже вот так причесываюсь. Могу бочок расчесать, на другой бочок могу расчесать. Все равно какими-то волнами он укладывается. В общем, у меня уже здесь в ванной вот так вот расчесочек в тумбочке лежит. Сейчас вытащила, положила. Привет, мои дорогие. Я отработала. Мне сейчас еще нужно сходить на почту. Не перестаю получать посылки. Я там сейчас подарок жми. Подарок пришел с запозданием. Ну, к Новому году сидела подарок. Потом я вам покажу все. А сейчас, знаете, что хотела? Это сейчас делала маникюр. Мы с девушкой так разговорились. Я вспомнила, знаете, вот это новогодние же праздники были, да, и они сейчас идут, да, сегодня 4 число, и как-то интервью брали у известного юмориста, я его слушала внимательно, очень много там было таких мудрых изречений, одно такое изречение, не изречение, да, но очень мудрых слов я услышала у него. И в конце он сказал такую фразу: «Каждый человек рожден для того, чтобы посчастливить других людей».
И знаете, я вот чуть-чуть вот с этим вот не согласна немножко, может быть, сейчас вот меня осудит сразу, да? Но я думаю так, чтобы осчастливить других людей, человек в первую очередь должен быть сам. Человек рожден для счастья. Я где-то это читала, не помню где, уже давно, что Господь нас создал с вами для счастья. Вот если у нас вот счастье в голове будет вот здесь, вот, да, конечно же, оно будет и распространяться на других людей, которые нас окружают, наши близкие, наши родные, наши знакомые, наши друзья. В общем, человек должен счастлив сам изнутри быть, а счастье мы куем своими руками. Но если кто не согласен, пишите возражение. Потому что я даю, я комментарии не закрываю, я оставляю вам, значит, площадку для общения и для высказывания своего мнения. И, как многие пишут, я удаляю плохие комментарии. Ничего, чуньки, я не удаляю плохие комментарии. В оскорбительной форме YouTube удаляет сам. Потому что, ну, сейчас вот такая вот система, такие алгоритмы у YouTube, и никого я не блокирую, если, конечно, не переходят на личности, на личные оскорбления. Когда, допустим, мне недавно написали, знаете, я не знаю, это кто, там, конечно, аватарки же спрятаны, и они написаны, значит, русский мат английскими буквами. Я тоже поставила, и то пропустил, думаю, ну и пусть будет. Но я это воспринимаю, знаете, как очень легко, просто. Я считаю, это просто глупость, это какое-то ребячество, это какой-то, ну, какой-то детский такой поступок. А зачем? Почему? Ну, человеку, может, легче стало, но легче стало, и слава богу, он полечился, да, он сказал плохое, там, что-то мне написал плохое, ну, человек полечился лишний раз, у него хорошее настроение появилось, наверное, от этого ему стало легче. Поэтому не думайте, что я удаляю там или блокирую кого-то. Нет, никого я не удаляю, никакие комментарии не блокирую, их удаляет сам YouTube. У меня полно на рассмотрении там. И я их практически не вытаскиваю с рассмотрения. Сейчас даже перестала вытаскивать, которые, ну, в принципе, нормальные комментарии. Не знаю, почему YouTube туда занес. Думаю, ну, значит, так надо. Поэтому такая маленькая болталочка в конце рабочего дня. Сделали красивые очень ногти мы с девушкой. Она давно у меня не была. Она учится в мединституте. Им на каточке особо там, ну, хотя она говорит, разрешают. И она пришла ко мне, говорит, ну, у меня будет практика там. Сделайте мне, пожалуйста, какое-нибудь что-нибудь нюдовое. Ну, в итоге она ушла с красным светоотражающим лаком. Я вот уже замечаю, знаете, приходят, которые хотят первоначально, у них фраза что-нибудь нюдовое такое незаметное, обязательно выбирают что-то яркое такое, красивое, сверкающее, там, светоотражающее, да. А кто приходит, допустим, изначально, я хочу яркий маникюр, я хочу какой-нибудь там, допустим, красный цвет, уходят с нюдом. То есть, когда я наношу уже такие гели красивые, с красивыми оттенками, я их много-много набрала, там, наверное, штук 5 оттенков гели для коррекции, они очень красивые. И когда я наношу, корректирую уже ногти, девушка смотрит, говорит, ой, а мне так нравится, давайте вот типа что-нибудь френча, может быть, или вообще так оставим. Ну, в итоге хотя бы немножечко я покрываю там каким-нибудь томатовым топом или со светоотражающими какими-нибудь такими мелкими-мелкими шиммерными блестками, да. Вот такой парадокс всегда получается. То есть мы хотим вначале одно, приходим, получается совсем другое. Но уходят все довольные. На этом я хочу закончить видео, покажу, что я получила обязательно. Может быть, даже протестируем с вами в следующем видео уже. Не обещаю, что это будет завтра, но посмотрим, как это будет. Пишите комментарии, площадка вам открыта для общения. Всего вам доброго, хорошего, в первую очередь здоровья и добра. Добра, добра, добра. Будьте добрее, жизнерадостнее, и счастье ваше вот вас просто не обойдет мимо. Вы будете счастливы, вот до предела счастливы, и окружающие вас люди, конечно же, вы же будете излучать свет, вот этот вот душевное какое-то такое тепло, и люди это будут чувствовать, и, как говорится, к вам тянуться, да? Изменись сам, и мир изменится вокруг тебя. Вот, тоже хорошая мудрость. Это, по-моему, китайцы сказали, да? Ну все, пока-пока!
Кто не подписался на канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, тем самым помогайте моему каналу и бальзам на душу. Ну все, пока-пока, мои хорошие. До скорых встреч!